руками влез к штеке. Благо не знаю, что надо, во-первых. Потом категория 32 килограмма, 4 сукшти, самого лука фумас. Сынтон категория 24 килограмма, 24. Сперка лута в афи фумас и швакштиган. Я дерусь в категории 51 килограмм. Я хочу выиграть и показать хороший результат. Назя. Там Але Спортич, Бейш Дуарич. Să mai demonstrez că sunt cel mai bun și ca să nu creadă cineva că mi-e bun ca mine. Astăzi voi încerca să câștig pe knockout, doar ce m-am pregătit foarte bine. Этот спорт очень жестокий, я хотел постоять за себя, уметь постоять за себя, защищаться. Да, тренировался, хорошо себя чувствую, готов драться. Меньше, чем для взрослых, для кадетов, сеньоров.
Но я думаю, что мы пересмотрим график проведения соревнований на будущий год, где включим больше таких мероприятий именно для детей, именно по разным возрастным категориям, потому что очень трудно в один день делать, вот как сегодня, 55 боев. Сложно для всех, и для детей, и для судей, и для тренеров, для родителей, которые пришли болеть. Мы очень рады, что так много, что такая популярность набирает наша федерация любительского К1. Думаю, что в дальнейшем будем проводить еще больше зрелищных мероприятий, чтобы дать стимул нашим детям, потому что оно наше будущее, не только будущее нашей страны, но и будущее нашей федерации. Ну, я думаю, что мы, не только я, но и вся команда любительской федерации К1, просто грамотнее, наверное, остальных подходим к этому вопросу. Нужно дать ребятам участвовать, помогать им и развивать. Тогда все будет хорошо, у нас будут свои чемпионы Европы, мира. И этот вид спорта достоин того, чтобы быть один из первых среди молодежи. Конечно, Дахум, учились на острове в Интаре. Все хорошо, спасибо, очень все отлично организовано. Спасибо, что пригласили меня судить. Да, супер. Нормал, Веня и ща. Как чемпионат? Отлично. Хорошо, но сады бадя мил. Чебунел. Чебунел. Очень замечательно, очень красиво. Все нормально, судьи учатся, мы все вместе учимся. Пока что нет никаких замечаний. Есть работа, которую надо проделать, а в основном учимся все. Да, немножко переживаю. Молодцы, я доволен. Нет, все честно, все заслуженно, честно. Всем хороших боев. Ну вот, предыдущая пара была очень хорошая. Парень с синего угла показал хороший бой, мне понравилось. Да, конечно, есть хорошие ребята, которые уже видел. Два боя назад, они хорошие ребята, дефенсив, хорошо поработал, как бы, есть где расти, есть на чем работать, молодец. Не подсуживаешь никогда? Не-не-не, все справедливо. Я являюсь главным тренером спортивного клуба «Адреналин». Мы приехали на эти соревнования, чтобы поучаствовать, провели свою молодежь, где есть опытные, где есть новые ребята. Также хочу отметить, что помимо меня есть еще очень у нас хороший детский тренер Танчук Александр. То есть это наша совместная работа, мы привезли 25 человек. Растут, главное, чтобы у них было желание. Если будет желание, то, конечно, и вырастут. Вот они здесь себя сейчас тестируют.
А потом после соревнования будем с ними проводить беседы. Кто как работал и кто как должен тренироваться. В твоей категории видишь конкурентов? Пока сегодня турнир по детям. Еще я был бы по кадетам, по юниорам бы мог бы ответить. Пока не могу. Конечно. Я когда-то тоже был маленьким, только я не боксировал. Я начал 18 лет заниматься. Будут в разных весах. Будет работа, будут турниры. Фея будет проводить настоящие бои, как и проводит. Da, băiat face lupte de la vârsta de 5 ani. 5 ani jumate, decât să umbli prin curți și să pierde timp acolo, mai bine să petreacă timpul în seri de sport, pe ring. Asta îi dezvoltă în primul rând caracterul, voința, gândirea, sportul în general, e un lucru bun pentru copii.